Тетяна Цуденна сьогодні у нас в гостях, тренер однієї із миколаївських шкіл, які навчають можливостям рахувати просто зі швидкістю світла. Я не побоюсь цього слова. Доброе утро вам. Доброе утро. Итак, школа Сарабанна – это уникальное на самом деле явление в Николаеве, потому что буквально вот за последний год я очень активно начал слышать от малышей, от николаевцев о том, что есть вот такая методика, и дети реально я видел, как быстро это все делают. Считают, что-то делают, какие-то манипуляции руками, я понимаю, что это им помогает, но все-таки что это за методика, в чем она и как она полезна для детей? Смотрите, наша школа Сарабан – это часть международной сети Украины, которая была открыта в 2013 году. Сейчас она есть во всех городах Украины, также в районных центрах. Это уникальная методика, которая была разработана и задействует собой обычные счеты и современный тренажер, который способствует улучшению и развитию правого и левого полушария мозга одновременно, с помощью которой у ребенка улучшается концентрация внимания, быстрота реакции мышления, мотивация, память. И другие показатели. Ну, я реально это могу подтвердить, потому что вот девочки, которые, если у нас есть постоянные телезрители, которые сейчас смотрят, приходили к нам в студию, и параллельно с тем, как они готовили свои 4 года пряники здесь, да, есть наши они, да, они еще что-то здесь делали, вытворяли. Я проверял это на калькуляторе, потому что я с такой скоростью не посчитаю, и все было верно. Я сейчас предлагаю небольшой шок для николаевцев, которые нас сейчас смотрят. Давайте посмотрим небольшое видео, как ребенок справился с задачами, с двузначными числами очень быстро и легко и дал правильный ответ. Завораживает, я сейчас тоже подвис. Давайте теперь будем рассказывать все-таки о том, вот как проходят у вас уроки, и как этому можно научить ребят, и с какого возраста вы принимаете в школу? Наша школа проводит обучение, и в ней обучение длится 2 года. Для детей от 7 до 11 лет, и для малышей от 5 до 6 лет 2,5 года. В наше обучение входит 30 тренировок и 8 академических часов с тренером. Тренер каждый день задает ребенку домашнее задание, которое ребенок должен выполнять в течение 15-20 минут. Эти тренировки обязательны, потому что это как тренажер. Когда мы ходим в спортзал, мы тренируемся. Если мы тренируемся регулярно, мы видим результат. Если мы тренируемся нерегулярно, мы результат не видим. В любом случае, филонить нельзя, скажем так. Да, да. Поэтому домашнее задание выполняется обязательно. Ребенок тренируется каждый день в течение 15-20 минут. Встречается снова с тренером и проводим тренировку. И вот так построено наше обучение. Я так понимаю, что для детей не раньше 5 лет нужно эту методику использовать? Да, не раньше 5, а старшим не позже 11 лет. Так как детки до 5 лет, они еще физически не могут усидеть на месте нужное количество времени, и усвоить необходимый объем информации. И маленького ребенка трудно заставить систематически выполнять домашнее задание. Трудно ему это объяснить, что это необходимо. А по поводу того, как вы мотивируете все-таки детей, даже и в 5 лет, мне кажется, ребенку все равно хочется еще побегать, попрыгать, и ему никак не до этой математики, для каких счетов это больше для родителей нужно, и родители потом тешатся с того, как же их ребенок это умеет и показывает, как цирковой трюк на всех домашних праздниках. Смотрите, уникальность нашей методики заключается в том, как я уже говорила ранее, что соединены счеты уникальный тренажер – это наша игра «Дед Сарабан». Детям она очень нравится. Это такой дедушка, которого нужно кормить сушами. То есть запускается пример, и ребенок считает и кормит деда Сарабана. И позиционируется как игровая деятельность. То есть ребенку нужно каждый день покормить дедушку, иначе он будет голодный и расстроенный. Также в нашей школе действует мотивационная система. Помимо того, что дети учатся быстро считать, и для них это уже прорыв, когда малыш 5-6 лет считает в уме трехзначные числа, для него это уже большая мотивация. Он а у взрослых вырабатывается комплекс неполноценности параллельно. Да, со взрослыми. Плюс у нас есть специально разработанная мотивация,
операционная система. Угу. У нас есть специальные браслетики, вот такие, которые разного дети... Разного цвета. Да, разного цвета. Это как победа за каждую пройденную тему, пройденный этап. Также угу. мы детям выдаем значки. Угу. И еще у нас мотивационная система. У нас есть угу. зеленые... оранжевые и синие звездочки, которые дети получают за турниры. Каждое занятие мы проводим турнир. Он проводится весело, в виде игры. Детям очень нравится. Им очень нравятся соревнования. Угу. Они очень хотят быстро, чтобы у них все получилось. Конкуренция уже срабатывает. Да, им настолько нравится, что они приходят домой и начинают тренироваться еще самостоятельно, чтобы на следующее задание еще лучше считать, получить еще больше звездочек. У них есть турнирная таблица, доска успехов. Вот, определенное количество. Мы о счетах все говорим и говорим, да, но да, вот да. они лежат у нас здесь на столе, я их даже покажу, как с ними работать и что это. Я еще слышала такое название, как небесные счеты. Да, это косточки. Все правильно, только небесные косточки. Угу. Очень просто. Наши счеты угу. делятся планочкой. Да. И они окружены рамочкой. Наша рамочка, она все вместе собирает. Косточки. Которые делятся на небесные, как мы деткам говорим, почему небесные? Потому что тянутся к небу. Угу. И на косточки земные. Почему земные? Потому что тянутся они к земле. Учимся мы считать сначала на первых двух рядочках. Угу. Сначала на одном рядочке чередуем правую и левую ручку, задействуя одновременно правое и левое полушарие. Ну, мы видели эти манипуляции влево. Да, 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 да. Что такое земные косточки? Угу. Каждая земная косточка – это единичка. Угу. Небесная косточка – это пятерочка. Угу. И ребенок учится считать. Есть несколько тем. Тема просто. Это когда мы можем посчитать, да, 2 вверх, плюс 2, плюс 5, минус 4. И также следующая тема идет тема брат. Когда мы уже темой просто посчитать угу. не можем. Это когда 2, и нам нужно добавить еще 3 косточки, но 3 косточки нет. И мы тогда опускаем пятерочку, вниз опускаем косточки. И последующие темы тоже они очень интересные. Детям они очень нравятся. И чем сложнее, это круто. Да, и чем сложнее, тем интереснее. И потом ребенок постепенно переходит на остальные рядочки. Угу. То есть первый рядочек – это единички, второй рядочек – это десятки, третий рядочек угу. – это сотни, тысячи и так далее. Ну, я хочу сказать, что это что-то уникальное на самом деле, потому что я сейчас это только вижу и понимаю, что вы в этом хорошо ориентируетесь, а у меня еще это все только доходит ко мне. Есть также и методические материалы, которые для детей, да? Я вот смотрю, 1, 2 – это пронумерованные... Да, это специальные учебники, которые разработаны для наших детей разного возраста. Угу. Учебник для малышей, он рассчитан для деток от 5 до 6 лет. Учебник, первый учебник, это учебник для старших деток от 7 до 11 угу. лет. И второй учебник, он дается как и малышам, так и детям постарше, когда они проходят первую тему просто, когда они ознакомились с небесными косточками, с земными косточками, угу. освоили методику, освоили образный счет. И начинается самое интересное, то, что им очень сильно нравится. Это угу. двузначные числа, тема братья, друзья. Уникально на самом деле. Скажите, пожалуйста, как популярно среди детей? Очень много приходят и учатся этой методике. Да, детей у нас очень много. У нас все время идет постоянный набор в нашу школу. Угу. Чем удобно наши наборы, тем, что расписание подходит для любой занятости. Можно зайти на сайт, выбрать удобное для себя расписание и записаться в нашу школу. Набор идет круглый год. Группа открывается круглый год. Все тренера в нашей школе сертифицированы. И могут научить каждого ребенка считать. Каждый ребенок угу. уже на первом занятии осваивает образный счет. Не нужно ждать результата. Очень долго. Очень долго, годами. То есть первое занятие. Я так понимаю, что потом с занятиями видит. Просто увеличивается скорость счета. Увеличивается скорость, увеличивается сложность, да. Угу. Но с первого занятия родители уже может увидеть, по крайней мере, как ребенок образно считает. Эффект сразу, прям таки рекламно. Да, сразу, да. Звучит. В течение месяца видны другие результаты, которые более глобальные. То есть дети соревнуются в быстроте со взрослыми. В Нижнем Новгороде в этом году проводились соревнования, когда дети обгоняли финансистов в скоростном счете. Круто. А еще такой вопрос вот для родителей, когда они приходят и приводят своих детей, что у них за мотивация, зачем их детям этот счет, как они? Смотрите, все очень просто. Дети, у нас в наше время быстрый угу. скоростной счет, как бы он сам по себе не имеет значения, потому что у нас мы живем в мире гаджетов, калькуляторов, то есть быстро считать никому не интересно, и арифметика у нас не учит логики. Сам Эйнштейн, он как бы с математикой не очень владел. Но угу. чем уникальна наша методика? Тем, что мы задействуем одновременно, если обратиться к физиологии человека, угу. правое и левое полушарие мозга.
То есть правое полушарие у нас отвечает за образное мышление, левое полушарие отвечает за логику. И благодаря тому, что мы с помощью счета переходим в образ, ребенок учится тренировать, задействовать оба полушария одновременно. И таким образом потом родитель видит у своего ребенка улучшение не только в счете. Это не основная наша цель, это просто средство, это наш тренажерный инструмент. Он видит улучшение в том, как ребенок быстро делает, выполняет домашние задания, в том, как наши дети после 2 лет обучения побеждают в олимпиадах, побеждают в шахматных турнирах. И еще много возможностей у них открывается, большой горизонт. Самое главное, это, конечно же, и привыкать к тому, что нужно быть всегда лучшим и стремиться к лучшему. Да, конечно, конечно, это самая главная мотивация, потому что у детей в школе сарабан она есть. И они знают, что потом в будущей жизни они могут достичь всего чего угодно, потому что здесь они достигают своих вершин. Спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам, рассказали о такой интересной методике. Друзья, если у вас есть дети, пожалуйста, ведите. Да, по адресу Большая Морская, 36. Потому что реально методика очень интересна, мы увидели этот результат, я до сих пор под впечатлением. Надо еще раз, что у нас сегодня было в гостях Тетяна Зведена, тренер школы Сарабан. Дякую вам за те, що сьогодні завітали в нашій студії.